документ для определенных прав. На окраске есть маленький полочек, и есть характерный дверь, и есть дверь, если вам не делать большой, дверь, которую можно принести в городскую сумочку. Дверцы, цифраты, и, пожалуйста, дверчикс, причем, что важно, уже дверь, но в альбомах есть дверь, но не настоящие два краски, степень попадания света сюда абсолютно. Между литом грем и формулом есть одна небольшая разница. Литл грем мешается на калибровочном оборудовании, привычном, которого можно видеть в магазине для продавца краски, на котором он мешается исключительно на заводе. Он не мешается на калибровочном оборудовании, а мешается сразу в больших чанах и приспособливается по банку. Поэтому в вопросах логистики есть нюанс. Мы стараемся держать у себя не менее 2000 литров краски разных способов уголов. Может, каких-то банок не хватить. Тогда необходимо было какое-то время ждать без работников, примерно так же, как со всеми остальными смелыми, с обоими смелыми, полностью стилем. Надо заказать заранее. Если вы хотите, чтобы у вас получилось стиль первого угол, надо быть как необходимо. Виплоген доступен там из Киева, он там тренируется. Вот, и у нас стороны запас всегда очень короче. Вот. Теперь я вам расскажу немножко о опоре Литлгрин. В этом году Литлгрин, вообще, в принципе, достаточно удивительно то, что производитель красок есть обои, да? Чаще всего производитель красок могут иметь у себя декоративную штукатурку, но никак не обои. Но дело в том, что новинок декоративных штукатурках и красках всегда бывает не очень много. Как говорится, там обои по-другому, а на вес раз в другом. Литлгрин раз в 2 года, обои на вес раз в полгода. И можно сейчас заявить, они будут чаще, если у вас есть обои на колец. Это маленькая эффективность. Но Литлгрин делает это тоже на некой такой научной основе. Разработка он использует некие исторические. На каждой странице есть фрагмент, который они получили из архивов, из Галереи Литлгрин. Манчестере. И этот мотив он немножко переработал, переносит на бумагу. Конечно же, это не живая краска, это уже современная цифровая печать и фрезеро. И помимо оригинального образца, они добавляют другие цифровые комбинации. Эта коллекция мы назвали Market Trails, появившаяся в январе, презентованная на Визионный Джек в Париже, моментально стала самой успешной коллекцией Литлгрин. Здесь аж целых 3 дизайна с птицами в одной коллекции. И она вся такая образовательная, очень веселая. На каждой странице есть компонентный цветок. Для тех, кому прикольно дорого, пожалуйста, есть еще один дизайн, который я повторяю по новому. Дело в том, что фон нанесен так не характерный такой блеск золотистый, а источник здесь это нейтральная краска. Собственно, это и есть, по сути, сделано некоторые перевод. Ну, отлично, тогда это не роспись, а сделанный. Коллекция под названием «Дарвин». Между прочим, это соединение 17-го столетия. Тогда еще обои не делались по воде. Делались большими пострадами. Считается себе, что вот такой парней может быть абсолютно затертый, в принципе, шею. Он мог находиться длительное время в воде. Вот. И его восстановить — это очень большая задача. Иногда бывает, часть рисунка полностью утрачена. Значит, его рисуют уже в наше время. Коллекция дизайн под названием «Густав». Типичный скандинавский мотив. В Англии были чрезвычайно популярны французские мотивы с начала 18-го столетия. Но и Скандинавия тоже оказалась своей помощью. И, конец, одна из самых важных бумаг этой коллекции — это дизайн Вайн. Мы на данный
ли със съдържащия модел? Я буду говорить в гостях, потому что там такие обои. Выглядит бы просто несколько занят. Восточный массив, вы знаете, очень популярно. Причем это не исторический массив, здесь отсутствует проблем. Вообще, как взятый из текстиля, он не исторический. Все равно будет очень-очень здорово. Выход на уже здесь стены нарисованы таким бронзовым периодом. То есть они перебиваются. Покажу вам коллекцию, которая была презентована 80-го года. Коллекция называется «Обобщенная». Со всех предыдущих коллекций называется «Бумаги 20 века». Ну, бумаги, конечно, популярны у них. Вот, некоторые из них они присутствовали в наших квартирах тоже. Такой мотив можно запросто, это не просто помните. Сосны, которые с восточной коллекции. Цвет, насколько красивый, стоит меняться. Здесь тоже присутствует розовый галерей. А здесь он фон. Здесь фон является. Этот мотив, он есть не только в этом времени, я посмотрю, скажу, он есть еще и в Саусе. Название нравится Цинвара, 1960 год. Конечно, такие обои, наверное, кажутся чересчур тяжелыми, да, для восприятия. Но для фрагментов это самое фундаментальное пункт. Вот такие коллекции. Что еще хотел я вам сказать? В шалоне Артемиды есть цвета Литургин на дощечках. Вот они сейчас находятся под палитрой Литургин с той стороны. Собственно, вы, кстати, можете увидеть полбуки на полке, но они таким вот образом, маленькие баночки. Дэвид постоянно экспериментирует с светом. Он делает это несколько чаще, даже чем феромон. Так, в 2004-м появилась коллекция Хэппелла. Она, правда, тоже оказалась провалом. Коллекция, которая делалась вместе с Мими Моды, там было всего 14 оттенков, которые тянулись из Мими Моды на тот момент. Там был Хэппелл 2007 года, тоже за цвета из Мими Моды. На самом деле, симпатичнее, некоторые из этих цветов уже присутствуют в нынешней рекомендации цветов. Затем появилась Color Scales. Она настолько оказалась востребованной, что даже оказалась в основном повидимой себя. Первая часть Color Scales
Здесь каждый цвет в группе из четырех, он взят отсюда. И вам предлагается полутона, чтобы вы могли с этим эффектом работать, эффективно работать. Полутона зачастую проблемная, если, да? Найти градиенты цвета от светлого к темному. Вы можете выкрасить один предмет, дверь, стена, потолок, плинтус. Взять просто одну группу цветов, вот тогда получается очень гармоничное сочетание. Помимо этой комбинации, три года назад, да? Появился коллег на ночь. Оттенки серого. Их здесь на 50, все у вас. Но дело в том, что Симон договорился с автором книги, да? Вот, они сделали это одновременно. Получается так, что проект моментально стал супер успешным. Ну, конечно, за счет фонда серого, который глобальный, да, он сейчас до сих пор продолжается. Палитра, которая очень удобна при подборе цвета. Сейчас вот кидается страница. Теперь вы видите цвета без белого фона. Прикладывается сюда. И тот цвет, который ему более подходит к предметной мебели, тот вы выбираете. На то, чтобы был правильный цвет, выбирайте считанные секунды. Что еще важно, последний QR-код Дэвид обнаружил, что потребители свой выбор меняют в сторону холодных серых оттенков, причем даже сюда. Вот. И следующая палитра, которую создал 8 прошлого года, это палитра синих оттенков. Маленькая серия синих оттенков. Здесь 21 цвет. И самое главное, здесь вам будет цвет уже вверху. Это цвет с применением якорного зрения. В красках сейчас он не применяется, к интерьеру, да, он применяется к художественным краскам, но в интерьерах он давно не используется, потому что это не очень неэффективно и достаточно долго. Есть другие сильные пигменты, с помощью которых можно добиться равных оттенков. Но если краску обогатить, я посмотрю, то получается вот такой вот цвет, который недостижим для других красителей. Причем, что очень важно, чтобы добиться открытого такого вида этого цвета, необходимо значительно сократить количество матирующих доваров краски. И, в общем-то, цвет, вот этот цвет, уменьшается на отдельную краску, которую Дэвид вынужден был специально для него разработать. Эта краска не мешается на тренировочном оборудовании, это невозможно. Если вы ее заказываете, она едет из Англии. Причем, поскольку лепестлазор обладает подкрепляющей способностью, она будет продажа транспарента, сразу идет комплект вместе с грунтовкой. Подходящий по цвету. Поскольку это матовая краска с минимальным содержанием дополнительных дней, она обладает не очень хорошей стойкостью, очень маркая. То есть сфера применения у нас скорее такая скучительная, да? Может стать характерным для вашего дизайна, если вы сможете применить, где-то безопасно, да, для применения, для качественного изделия. И в отличие от всех предыдущих проектов, весьма на таком хаотичном порядке выложил остальные цвета. Здесь есть такие цвета, например, коктейль Берлин. Берлинская лазурь практически разбавлена до белого цвета. И, например, такой цвет, как Маринбург. Та же самая берлинская лазурь, но здесь ее значительно больше, да, темный цвет. Здесь такой цвет, как олдскул блю, они в отношении к 70-му оттенку. Когда я спросил, почему олдскул, он сказал, что это был цвет, он украинный классик в школе. Есть и другие цвета, Royal Navy. В Англии есть популярный цвет, он выбирается в одежде, например, в мужской костюме, это Navy Blue и Deep Navy Blue. Еще более темный, практически черный, синий цвет. Здесь он есть разнесен на два цвета, это Royal Navy и Top Blue, то есть штаны брокеров британских. Это тоже самый цвет Дэвид Хиггса, нашелся в длинные здесь. Хотелось бы ваше мнение узнать. Как вы считаете, какой из цветов здесь оказался наиболее популярным? Просто скажите, какой ряд, кого? У вас это только есть. Третий цвет. Это сверху. Так, вот это, да? Здесь есть цвета, про которые сложно сказать, что они синие, да? Например, архиерит. Это свинцовые винилы. Вот эта история, правда, синфона такой оттенок.
он немножко розоватый. То есть он точно не синий, да? Он такой сложный оттенок. Есть еще цветный вид. Вот этот цвет и вид, если что-то открылся, оказался самым популярным британским цветом из этой парики. Или так что я говорил, его вам тоже книга. У вас все эти парочки есть в вашем телефоне. Вот такая история с краской. Конечно, спасибо не мне, а выводы, которые все это делают, да? Спасибо команде «Фанамбол», которые думают, что вообще в жизни все это. Они оказались, по сути, сделанными салатами, запустившими целое колесо. Сейчас в Британии свыше 30 брендов, где политика которых состоит от 60 до 120 цветов. Там прямо от 30 брендов. Но основные, это Ferro, это уже здесь представлены. Так что я желаю вам удачи в вашем дизайне. Приходите сюда, приходите в этом мире, оставайтесь клиентами. На том углу, а этот мир всегда специалист от мира был рад вам помочь. Я уверен, что вы можете мне контакт тоже найти. Если у вас будет какой-то вопрос.